Ну что, дорогие друзья, сегодня мы вам покажем один день рыболова-промысловика. Едем на точку, где сети. Прошу прощения за небольшую вибрацию. Бочки, кабы. Просторы. Сейчас минус 27 градусов. Не сильно холодно и не сильно тепло. Нормальная, привычная, стандартная рабочая ситуация. Отлично, приехали. Приехали на точку. Сейчас все проверим. И обратно. Нашла карту? Да. Ну, сейчас мы раскопаем все. Сколько здесь сеток-то у нас стоит? Четыре. Четыре сетки в разных направлениях. Снежок немного пошел. Странно, обычно в минус 27 нет снега. Так, пропилили. Тяжелый-тяжелый труд. И шахта, конечно. Попробую покидаю вот такие глыбы по 20 килограмм. А еще у нас таких 6 штук.
сегодня надо проверить. Каждый по 4 сетки. Обжигающий ветер. Так, поехали. Первая точка наша. Не ту мы отвязали, что ли? Не та, кажется. Не та? Вот там она идет, туда погоди. Блин, порваться может, но... Блин, не понял я. Ух ты! Блин, не та, она куда туда идет. Пойдем искать. Карасик. Один. А там что-то сетка такая. Так, ничего. Нашли сетку. Мы, наверное, только одну точку сегодня будем показывать. Все шесть не будем. У нас карасик попался. Иначе у нас затянется надолго наш фильм. О, язёк. Изорванная сетка вся. Чепачок? Вот это. Thank you.
принципе, все. Закончилась наша рыбалка. Поехали домой, наловили.